дальше вот тут можно вешать свои вещи. Вот и вешалки, как я уже говорила. Полочка. Вот такой шкафчик. Вот, сразу тут идет вот дверь, вход в ванную. Вот включить свет, то есть выключить. Вот включить свет. Вот такая вот ванная. Туалет, вот мусорное ведро. Вот. Душ, душевая кабинка. Вот ведро. Ну, тазик такой. Вот. Сюда можно рулон бумаги вот повесить. Ставить. Вот такие как бы. Сюда можно вешать полотенце. Вот и сюда крючочки. Ну, и как обычно, стол, вот я уже говорила. Вот еще две розетки. Включатель. То есть вот я выключу свет. И вот включу. Кровать. Кондиционер. Вот еще три розетки. Телевизор. Штора. Вот сейчас такая вот. Подоконник. Стол. Три стула. Холодильник. Вот такой холодильник. Это морозильная камера. А сейчас я вам вот пока. Вот такой холодильничек. Ой, вот сюда яйца можно ставить, ну, как обычно. Вот. Это пульт. Можно включить телевизор. Вот если... Вот. Ну, на самом деле это желтое, вот сейчас светится. Вот он включается. Вот тут можно листать каналы. Вот, то есть вперед. А тут звук. Вот, и можно вот... Листаешь себе спокойно. Вот, друзья. Поэтому все. На этом мое видео заканчивается. А, нет, вот еще, кстати, окно тут можно было открыть. Вот. Такой как бы... Сейчас его покрою. Вот так вот. Это вообще... Вот сверху это как бы номера люкс. В общем, пока. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Пока, пишите комментарии. А там кухня. Да. Площадка детская. Вот такие вот номерочки. Лестница на второй поверх. 13. Вот 13-й номер.